Сегодня горожане наслаждаются весенним теплом с одной единственной оговоркой. Впечатление подпортил пронизывающий ветер. В пиковые часы его порывы достигали 14 метров в секунду. На этом сюрпризы небесной канцелярии не заканчиваются. К выходным, сообщают метеорологи, придется спрятать солнцезащитные очки и расчехлить дождевики. Всему виной влияние атмосферных фронтов, смещающихся с северо-запада Европы. Прогнозируется облачность, осадки и мокрый снег. Тем временем по югу США пронеслись штормы и торнадо. Повреждены дома, есть человеческие жертвы. Стихия обрушивается на регион второй уикенд подряд. В некоторых районах сильные дожди вызвали наводнение. Десятки тысяч домов остались без электричества. Погибли по меньшей мере 3 человека. Разрушены дома, повалены деревья, снесены линии электропередачи. В результате наводнений в Анголе 11 человек погибли и еще 13 пропали без вести. Река Камбамба вышла из берегов, повредив строение. 113 семей, как сообщается, терпят бедствие. В пятницу в Бобруйске будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до 15 с плюсом. Ветер западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ночью столбик термометра опустится до 7 градусов тепла. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск 360.